Книжная ярмарка, литературные музеи, встречи с одними из лучших писателей страны и региона, запланированные в рамках межрегионального книжного фестиваля «Время читать. Волжский текст». Его проведут на День города в Струковском саду. 11 сентября с 10 до 20 часов будут работать площадки, на которых пройдут мастер-классы по письменности и театральной читке. Также здесь будут организованы лектории, дискуссии на литературную и историческую темы. Мы предприняли массу мер по обеспечению эпидемиологической безопасности и надеемся, что благодаря тому, что этот фестиваль пройдет на площадке Струковского сада, мы очень надеемся, что этот фестиваль станет и безопасным, и радостным событием для жизни города. Для начинающих корреспондентов будет организован медиапарк, где профессиональные журналисты ответят на вопросы читателей. А для любителей музыки организуют сразу две сцены. На одной из них исполнят джаз, с другой посетители фестиваля услышат арт-рок. Также на летней сцене покажут несколько спектаклей и проведут поэтическое соревнование. В нем смогут принять участие все, кто пишет стихи. Мария Илчан, Никита Колосов, Григорий Пешаков. События.